Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас вот такая большая посылочка из интернет-магазина «Любимый Василек». И это, кстати, первое видео, которое я снимаю после родов. Давайте открывать. Посылочка стояла, ждала нас. И тут много всего интересного. Василек хорошо упаковывает свои посылки. Тут внутри еще один пакетик. Вот так. Опачки. Я заказала очень красивое постельное белье. Я помню, что я заказала платье, недавнюю новинку. Их на лето как раз вообще классное должно быть. И что-то еще. Остальное уже не помню. Так, вскрываем пакетик. Он тут у нас хорошо так заклеен тоже. И поехали по порядку. И первое, что как раз попалось, это платье. Это платье женское, Ялта называется. Если вы не подписаны на инстаграм Василька, подписывайтесь, там у них новинки выходят быстрее. В 58 размере я взяла, свободненькое, хотя сейчас после родов прям похудела. Минус 10 килограмм сразу, хотя набрала 5. И 58 мне, наверное, уже будет великоват, но это платье, оно вообще, по сути, должно носиться оверсайз. Поэтому пусть будет больше. Я взяла именно в цвете хаки, мне нравится этот цвет, спокойный, такой приглушенный, классный. Все померяю, вам покажу. Рукавчик здесь с подворотом, кстати, вот. Вам камера немножко зеленее его делает. Это прям цвет хаки-хаки, здесь внизу валан. Должны быть карманы, если я не ошибаюсь, да, карманы здесь есть. Классно, а сзади оно сделано вот так, вот. Я подробный обзор в инстаграм как раз видела, потому что там они выкладывают не только фотографии еще, но и в формате видео. Померю, покажу. Поехали дальше. Так, это что у нас? Так. Это сорочка, ночная сорочка в размере 54. Смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. 54, наверное, взяла, потому что не было больше. Но мне понравилось именно это. Сорочки я вообще люблю свободные, и на бретельках мне сейчас актуально, да, под ГВ. Она на бретелечках, прошита под грудью и такая достаточно коротенькая. Ну да, коротенькая такая на лето, вообще чистый хлопочек, очень приятный материал. Девчонки, да, эти барашки, это вообще просто мимимишность. Все тоже с вами померяем. Классно, она прям на ощупь комфортная, к телу будет вообще супер. Так, что я еще заказала? А, заказала следочки. Набор следочков. Их мало летом сейчас не бывает. Они летят только так. Быстро рвутся. Поэтому, так, по ценам. Девчонки, накладная попалась. Ага, подследники 7 рублей штука. То есть за 10 штук 70 рублей. Вообще как бы. Платье Ялта 736 рублей. Так, теперь что у меня здесь? Это что-то, мне кажется, на пупсика. Бонита Китс. Очень мне нравится Бонита Китс, кстати. Носим мы уже прекрасно от этой фирмы. И из Василечка, как Везы, которые я вам показывала в предыдущих обзорах, мы уже их с удовольствием носим, очень довольны. Все прекрасно. И стирали, и ничего с ними не случается. Замечательно. Так, это у нас боди для девочки сиреневый в размере 68, 298 рублей. Я уже, если честно, не помню, как оно выглядит. Даже заказ делала давно, пока была в роддоме. Муж забирал. И оно меня... Ой, да, это мимимишность. У них обновляется детская линеечка очень часто. Они сейчас молодцы. Раньше такого выбора не было. Сейчас вообще на деток можно выбрать такую красоту, девчонки. Там есть... это новиночки недавние тоже. Вот такие вот бодики, посмотрите. Это сзади бантик. Это просто прелесть. Вот такие вот бодики. Разных цветов и с разными лентами. Допустим, есть даже розовый бодик и черненькая лента. Смотрится очень стильно. А сзади вот, а спереди вот так просто. Безумно красиво, слушайте, вообще. Это такая прелесть и рукавчик такой. Красота. Так, дальше поехали. А дальше у нас, девчонки, шорты мужские. Взяла мужу на лето гонять. В размере 58, 525 рублей. Сейчас откроем, посмотрим, что они из себя представляют. Хлопок это у нас. Да, хлопок стопроцентный, но они такие, знаете, как спортивный костюм, такой материал. Тянутся хорошо. Вот такие вот шортики. Здесь у нас принт интенсив написано. Такой они длинный, не сильно короткий, не сильно длинный и с кармашками.
Классные шортики, все супер. Дальше подушечка. Появляются подушечки с новым принтом, я не могла пройти мимо. Я вам эти подушки уже показывала. Они у нас сейчас служат в роли бортиков в детской кроватке. Я взяла еще одну. Когда кроватка будет разбираться в овальную, как раз их понадобится больше. Сзади вот такой принт, он бывает двух расцветок. Вот у нас сейчас в кроватке одна и вот такие вот звезды. И появились новые расцветочки, новые зайки из этой же коллекции. Появилась вот такая вот девочка, не могла не взять. Подушки у нас стоят так. Подушка декоративная 324 рубля. Очень много появилось новых принтов, вообще просто прелесть. Я ими довольна на все 100%. Здесь съемный чехол, он на молнии. И, соответственно, все хорошо стирается, ничего с ними не происходит. Я пришила завязочки, вот такие они довольно плотненькие, толстенькие. Вот у нас молния. И съемный чехол. Все стираем, все прекрасно, с ним ничего не происходит. С молнией тоже стирала, гладила уже, поэтому все отлично. Подушки вот эти прям это просто, не знаю, находка. Так, и последняя, наверное, девчонки. Не, не последняя. Еще взяла носочки дочери. Вот такой вот комплект. Носки подростковые, твой стиль. Размер 30-36, 27 рублей штука. Очень приятная цена, хочу вам так сказать, что сейчас носки детские везде очень дорого. Мне кажется, даже фикси самый дешевый 50 рублей. За детские носки это круто. 162 рубля, 6 штучек. Просто прелесть. Расцветки, какие хочешь. Черненькие. Ой, они достаточно тоненькие. Достаточно, да, на лето прям вообще классно. Вот, видите, такие тоненькие, хорошо тянутся. Носков тоже мало не бывает, они почему-то имеют свойство пропадать в стиральной машинке и вообще детские носки, я не знаю, куда деваются у меня. Так, синенькие, то есть они просто однотонные, голубенькие и беленькие. Вот такой вот комплектик. Хорошая, кстати, резиночка, не на всех она такие, на таких носочках. Супер. Так, и теперь последний, да, комплект постельного белья. Очень мне понравилась расцветка. У меня в размере евро 2. Потому что мы поменяли одеяло на евро 2, и теперь нужен запасной комплект, потому что у нас все были в обычном размере евро. Так, это КБП Бязь, 142 грамма на метр. Кстати, спасибо, что мне подсказали. Я почему-то не находила нигде такой плотности постельное белье, а я именно люблю бязь, больше никакую ткань не люблю, когда катаешься по постельному белью, и люблю плотную бязь. И вот интернет-магазинов ивановского трикотажа много, но 142 плотностью, по-моему, только в Васильке я видела, больше нигде. Называется комплект «Звезды», и стоит он у нас 3645. Я еще индивидуально просила, чтобы мне пошили просто на резинке, да, в комплект. И здесь у нас он на молнии. То есть это тоже я пометила, когда заказывала простыня на резинке. Простыня 190 на 200 на 40. Это я размеры тоже указывала. И мне индивидуально пошили. Так комплект стоит дешевле. Если еще не на молнии брать, то есть он 2 с чем-то тысячи, мне кажется. Не помню. Так. Я обязательно его застелю и покажу вам, как выглядит. У меня сейчас тут как раз на диване вакханалия. Постельное белье будем стирать, менять и застелим новенькое. Так, вот, смотрите, как выглядит. Это у нас весна. Мне очень нравится, кстати, этот производитель. Сейчас распакуем, посмотрим, что он из себя представляет. Красивый. Красивый. Смотрелся на картиночке вообще великолепно. Ой, как плотненько упакован. Расчехляем и смотрим. Так, тут все внутри завернуто, наверное, завернуто. Вот она, я вижу, уже просто на резинке мне пошили. Молодцы, Василек, конечно, с индивидуальным пошивом. Это вообще приятно вдвойне. Так, смотрите. Ой, какая большая, какая красивая. Вот такой вот орнамент. Звезды и такие вот полосочки, да? И вот она, резиночка. Вот она. Но она не по всему периметру у нас спущена, да? То есть вот спереди и сзади, я так понимаю, просто без резинки. А углы и боковины, наверное, что ли, так, она с резинкой. Да? А с двух сторон резинки нет. Посмотрим, как это будет. У меня, кстати, таких еще не было простыней. Либо с резинкой, либо без резинки совсем. Наволочки. Чтобы расцветочку вы понимали.
Ой, люблю запах нового белья. Наволочки тоже на молнии. Потому что меня бесит. Если честно, не знаю, как у вас, когда подушки выпадают из наволочек. Поэтому только так. Это удобно. Пусть чуть-чуть подороже выйдет, но это удобно. И ты не будешь каждое утро, когда заправляешь постель, да, все эти подушки обратно зачехлять. Вторая. 70 на 70 наволочки и пододеяльник. Вот она. Красота. Да, эта бязь, конечно, отличается от 125. Я хочу вам сказать, девчонки, она действительно плотней. Она потолще. Прям такая плотная-плотная. Вот это мой любимый материал постельного белья на самом деле. И за такое постельное белье не жалко отдавать деньги, потому что оно прослужит очень долго. У меня есть один комплект, 142 тоже. И он у меня уже лет 7, ему хоть бы что вообще. Вот ночнушечка. Как раз, кстати, вот сейчас, да, 54 размер, точно, это мое. Но я имею в виду 54 васильке, потому что я вам уже говорила, что я беру на 4-6 размеров всегда больше. Потому что это хлопок, он маломерит, он дает усадку. Сейчас попробую показать вам во весь рост. Я беру вот во весь рост. Очень хорошая, как сказать, ширина под грудь. Иногда делают короткую, и у кого грудь большая, да, это некрасиво смотрится, то есть, когда без бюстгальтера вы ложитесь спать. Длина коротенькая, коротенькая длина, прям выше колена, но это на лето самое то. Еще такая комфортная, хорошенькая ночнушка, супер. Ну и теперь платье, это вообще звезда этого сезона, цвет хаки, я не пожалела, что взяла, хотя там много красивых, ярких расцветок. Рукавчик завернем, как положено. По шву он у нас вот так заворачивается, так, тут все нормально. Можно было брать и 56, в принципе, смело, оно такое свободненькое. Прям вообще супер. И оно длинное, имейте в виду, потому что такие платья фасоны есть и васильки, тоже немножко другого кроя, который чуть ниже колена. Это длинное. Сейчас я вам все покажу. Посмотрите пока сзади, как оно пошито, сделано. Вот эта вот выточка, да, или как правильно называется. Невероятно комфортный материал к телу. Вырез тоже комфортный, не под горло. Все отличненько. Вот. Смотрите, какая прелесть. То есть, насколько оно свободное, летящее, дышащее. Это хлопок. Вот они у нас кармашки. Кармашки достаточно глубокие. То есть, сюда можно телефон вполне большого размера положить, да? Вот как оно выглядит сбоку. Слушайте, мне очень нравится. Вот так гулять вообще просто прекрасно. Сзади. Красота. Оно такое легенькое. Ой, вообще кайф. Сейчас длину вам еще покажу получше. Вот, вот, видите, какая длина? Зеленые носки тут мои. То есть оно длинное. Если есть недостатки с фигурой, это платье, оно их скроет абсолютно все. Даже если с ножками какие-то недостатки, да, потому что длина позволяет. А так оно очень классное. Вообще супер. Мне кажется, даже сейчас, кто девчонки, беременяшки, это прям вообще супер. На лето, на жару. Запас огромный. Просто гуляй не хочу. Девчонки, оно невероятное. Очень красивое постельное белье, я прям в восторге. Простынь, кстати, пошили вообще идеально, прям вот под мой диван. Смотрите, до конца дивана она у меня прям... Так, это нитка какая-то. До конца дивана, то есть до самого низа. Я заказывала вот этот размер, видите, пришит. Тоже индивидуально, то есть все размеры прописываешь. И он прям, она прям простынь обхватила весь мой диван. Как раз полностью, то есть... Невероятно приятная. У меня тут топер еще от Василечка под низом. Ой, как сегодня нам будет сладко спаться. Василек, молодцы вообще. Белье невероятно красивое, плотненькое. И пошито изумительно. Все на молнии. Пододеяльник, кстати, тоже на молнии. Все для удобства. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой в этот раз у меня был заказ в интернет-магазине Василек. Я безумно довольна всем абсолютно. А все ссылочки, естественно, оставляю под видео на Инстаграм, на каждую вещь из обзора на интернет-магазин Василька. Проходите, знакомьтесь. А я вас всех очень люблю. Целую. Всем пока-пока.